Всем привет, вы на канале «Семья на чемоданах», меня зовут Славян. Сегодня приглашаю вас на выпуск, на влог. У нас этот влог, на самом деле, уже должен был начаться со вчерашнего момента, как мы приехали, да, то есть там в 10 вечера. Начал включать воду горячую, мы же ее перекрывали, а она не течет, то есть клапан не пропускает. Включаю кран на кухне, он всех течей, из всех щелей льется вода. В итоге забили на это дело, решили дождаться утра и сообщите хозяйке квартиры. Сейчас не списались, она экстренно вызвала какого-то аварийного сантехника, должен прийти. А я написал частнику, он сказал, что смеситель под замену. Вот, собственно, пока едет аварийный, побегу покупать смеситель, чтобы придет этот от ЖКХ, чтобы сразу и смеситель поменял. Смотрите, вот такие у нас дела. Смотрите, бам, открыл, и все. И вот этот кран, видите, холодно открылось и течет. А этот открылся, но вода не течет. Вот пусть приходит, смотрит. Приятно было возвращаться вчера в Краснодар. И в то же время удивительно. Вот эти деревья, когда мы уезжали, они были такие пышные. Во дворе все было пышно. А сейчас все лысое. И у нас здесь пошел процесс. Начали замороженную стройку строить. И как сказал вчера сосед, это будет садик. Сегодня еще нужно разгрузить машину, вытащить все шмотки. Обязательно ее свозить на мойку. Я вам сейчас покажу, в каком она состоянии. Это просто трындец. И убраться там, пропылесосить, потому что, во-первых, реагенты московские ее очень сильно вымазали. И мои, конечно, что там, ели пряники, печеньки, ну, как обычно это бывает с детьми. Купил смеситель. Короче, у нас такой стоял в Турции. Вот, 1600 стоит. Он удобен, потому что здесь такая, типа, лейка, как в душе, с переключателем. Вот, нам он зашел, и вот сейчас он сломался, и как раз есть такой вариант. Вчера еще приехали, когда, ну, поздно было. Здесь, естественно, все занято, здесь с парковками беда. Но я нашел местечко, сейчас покажу. Вот так вот ставил. Ну, вроде все нормально, сейчас надо будет его переместить. Видите, какой грязный? Ужасно, ужасно. Грязная машина. Ну и с этой стороны грязнющий. Ну и, соответственно, конечно, в салоне тоже капец. Надо убираться. Так, я вот пока поднимался, тут уже и пришел сантехник. Ну, прикол. Уезжали с двумя чемоданами, приехали с тремя чемоданами, с кучей пакетов и с четырьмя сумками. Жесть, теперь осталось все это разобрать. Приехал на мойку, самообслуживание. Сейчас все намою, вымою, пропылесошу в салоне, все протру, чтобы было прям идеально. А то даже в багажник невозможно заглянуть, потому что пока вещи доставал, весь вымазался. Ну вот теперь тачка вся чистая, отмыл весь салон. И еще заметил, что машина почти вся в бронепленке, то есть зеркала, вот эти стойки, крыша, все в бронепленке. И даже, кстати, бампер тоже. Мы пока отсутствовали, я даже забыл, как и какой кастрюлей пользоваться. Ну, я как бы, пока мы долго жили-то здесь, и я уже привык, что в эту кастрюлю наливается столько-то воды. Как бы готовлю-то в основном я. Вот, а сейчас открываю шкаф и такой думаю, так-так, какую кастрюлю брать под суп? Так, ну ладно, а сколько воды туда? Короче, сейчас будем готовить суп, кушать. Пью, значит, чай и вспоминаю. Смотрите, я же вам не показал вот такую вот кружку. Настенька купила в Турции, в центре Алании. Нет, в Анталии. В Анталии купили мы, да. Здесь вот, получается, все места именно Анталийского берега, но еще есть Каппадокия и Стамбул. Там мы, конечно, не были. Все еще. А, вон по Мукале есть еще. Это, короче, вообще все туристические места, типа, и все, да, курортные города. Ну, то есть, то, что хочется, нам именно курортные. Вот. Короче, вот такая кружечка теперь у нас. И из Крыма мы тогда тоже привозили вот такую вот тарелочку. Видите, здесь все побережье. Мы хотели и кружку или тарелку найти с Анталийским берегом, но, к сожалению, вот такого формата нету. Вот теперь у нас вот такая будет коллекция собираться. Пока Настенька разбирает все вещи, я сел за компьютер для того, чтобы сбэкапить все данные
с трех камер, с этой камеры, и с камеры телефона, все на компьютер, и смонтировать сложный выпуск, который вы можете посмотреть, ссылочка в описании. Этот выпуск про то, как мы ехали из Подольска в Краснодар, получился сложный выпуск, потому что съемки вел на несколько камер. Но у меня удалось собрать все воедино, поэтому обязательно гляньте. Первый раз ехали из Москвы в Краснодар по Платнику М4 зимой. Все подробно в этом выпуске. Второй чемодан готов. Отправляем его на балкон. Давай, скоро увидимся. Вызвал сантехника, нашел через Авито. Ну, надеюсь, сейчас все починит нам. Сказал, что может сегодня приехать. Просто этот, типа, назовем его государственный, он пришел, это сделал, чтобы вообще, в принципе, запустил горячую воду. С смесителем сказал, этого нету, давай, типа, мол, завтра. Ну, как бы, типа, давай, но я до него дозвониться не могу сегодня. Вот, в итоге, сейчас это должен приехать в течение часа. Сказал, что нужно будет снимать раковину, либо спиливать вот этот смеситель. Посмотрим. Ну все, мы победили кран, поставили, видите, вот такую лейку. Мы в Турции снимали квартиру, и нам прям зашла, потому что здесь есть два режима. Режим душ, что очень удобно вообще мыть посуду. Вот, и обычный, если нужен. Вот, поэтому был в магазине такой, я его и взял. Я вот сейчас готовлю ужин. На ужин у нас будет куриная грудка в нашем любимом маринаде. Мы используем соевый соус, универсальную приправу, я тоже там много раз показывал. И чеснок. Все, все это дело маринуется буквально там минут 15-20 с картошечкой в духовочке. Очень вкусно. И на самом деле я очень сильно соскучился за эти 2 месяца путешествий по своей вот такой вот готовке, чтобы все было под рукой и по нашим приправкам. Так, сначала картошка запеклась. И теперь выложил, значит, куриную грудку. И все, еще минут на 15 и будет готово. Третий чемодан Настенька тоже разобрала. Его тоже на балкон. С тобой тоже скоро увидимся. Так, друзья мои, я пойду отдыхать, спать. Подустал сегодня. Видимо, это связано с тем, что мы сейчас проходим адаптацию. Ну, сами посудите, с Краснодаром мы уехали в лето. Почти 2 месяца в лете. Потом резко в холодильник, в этот, в зиму. Сейчас мы сюда приехали. Тут вообще весна. И, конечно, это все классно, но нужно к этому ко всему привыкать. Если вы не посмотрели выпуск, над которым я очень долго трудился, дорога из Москвы в Краснодар, обязательно посмотрите, я ссылочку оставил в описании. Думаю, многим будет интересно посмотреть на М4 зимой, ведь летом как бы там все привычно, а вот зимой... Залетайте, смотрите. Сейчас после моей речи будет еще 3 выпуска, тоже нажимайте. Просматривайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!